правильно. Ми отримуємо зброю, ліки, продукти, дизель, гроші, бензин. Сформована потужна міжнародна коаліція на підтримку України. Антивоєнна коаліція. Минувшая ночь в Украине была жестокой. Снова обстрелы, снова бомбардировка жилых кварталов, гражданской инфраструктуры. Именно поэтому сейчас мы говорим не Минск. Площадкой могут быть другие города для встречи. Конечно же, мы хотим мира, мы хотим встречаться, мы хотим окончания войны. Варшава.